О состоянии дорог всегда говорят очень много, но мало хорошего. В этом году ситуация с ремонтом дорожной сети очень сложная. В бюджете практически нет средств на эту статью. Но тем не менее, все стали замечать, что дороги приводятся в порядок и ямы постепенно исчезают с проезжей части. О том, как изменилась ситуация, нам рассказал директор службы благоустройства Андрей Олейников. В этом году действует проект «Мой любимый город». Смоленская атомная станция в лице директора Лубенского Павла Алексеевича выделила в этом году 2 миллиона рублей на ремонт автомобильных дорог общего пользования. Совместно с администрацией служба благоустройства провела конкурсную процедуру по выбору подрядчика. У нас появилась организация ДЭП-44. Сейчас на данный момент выполняются работы по ремонту автомобильной дороги в 7-м микрорайоне, также ямочный ремонт на автомобильных дорогах Н1, Н6, Н4. Сейчас на данный момент уже решен вопрос по выделению дополнительных денежных средств по ремонту автомобильной дороги в 7-м микрорайоне. Выполнение работ планируется закончить 30 августа, но работы будут выполнены до 15 августа и сданы службе благоустройства. Хотелось бы выразить огромную благодарность Лубенскому Павлу Алексеевичу за выделение денежных средств и помощи решения проблемных вопросов по городу. Мы будем следить за работой проекта «Любимый город» и рассказывать вам.